К строительству нового здания для театра «Мастеровые», возможно, приступят уже в этом году. Проект будущего здания для Русского драматического театра готов. Об этом сообщил мэр Наиль Магдеев. Кроме того, вскоре приступит и к возведению новой полилингвальной школы в рамках республиканского проекта Фонда возрождения. Школа будет гимназией или лицеем и расположится на проспекте Чулман. Школа на 1224 места, тоже на проспекте Чулман, рядом с Дворцом торжеств. Там должен расположиться и будет располагаться Русский драматический театр,